декілька днів назад по вулиці Садовій в Овідіополі ми знайшли песика. Він повз по розпеченому асфальту і був дуже виснажений і в дуже жалюгідному стані. Ми не змогли його оставити і забрали додому. Напоїли, накормили. Потім, коли вже побачили, що у нього ножки паралізовані, і ми не справимося в одиночку з такою бідою, тоді я звернулася до Олесі, яка відразу ж відгукнулася і почала активно нам допомагати. Ну і фактично все взяла в свої руки. Большое спасибо, Валентина, во-первых, что у нас в поселке есть такие люди, как вы. Это огромное счастье. Ребята, я хочу обратиться ко всем, пожалуйста. Если вы вдруг идете мимо где-то, как-то, и увидели животное, которое нуждается, которое необходима помощь, которое нуждается в помощи, пожалуйста, не оставляйте животное на обочине. Пожалуйста, забирайте животное. Я всегда вам протяну руку, мы всегда найдем возможности, как помочь. Это как бы было бы желание, как говорится. Огромное счастье, что есть такие люди, как Валентина. Для меня это реально просто вот бомба, ракета, что есть такие люди. Огромное спасибо, низкий поклон. На данном этапе я бы хотела бы обратиться ко всем жителям Овидиополя. Ребята, это Овидиополь. Тут наверняка кто-то что-то знает, многие что-то знают. Я хочу обратиться к тем, кто стреляет в животных. Мы будем вести это дело, и я его не оставлю просто так. Я буду искать, находить и наказывать по мере сил своих и возможностей тех, кто это делает. Хочу обратиться ко всем, кто владеет какой-либо информацией. Пожалуйста, у кого есть какая информация об этих людях, которые стреляют в животных? Мой номер телефона 096-802-3403. Вся информация будет сугубо конфиденциальна. Я гарантирую, нигде ничего не выплывет. Дайте мне, пожалуйста, информацию о тех, у кого есть оружие и кто стреляет в животных. Я вас очень прошу. Давайте вместе будем очищать наш мир от наших местных орков. Благодарю. Да, по поводу Ричарда, ситуация здесь такая. Как бы, да, я понимаю, что сложно помогать таким животным, это очень сложно, и я как бы понимаю, с чем столкнулась Валентина, огромное ей спасибо. Во-первых, что мы сделали для начала? Для начала мы организовали поездку Ричарда с Валентиной в город. Я ему написала в городской чат с просьбой откликнуться кого-то, чтобы нам, ну, я без транспорта, Валентина без транспорта, чтобы нас отвезли в город на осмотр, на рентген. Ну, никто из Видеополя, к сожалению, не отозвался. Отозвался зато человек с Одессы. Он приехал, он забрал Валентину, Ричарда, отвез в город к лучшему врачу, это в Импульс к Эрнесту. Там прошли обследование, рентген сделали, и после этого нам, собственно говоря, прописали антибиотики. Вот Валентина, спасибо ей, колят антибиотики. Да, и на данном этапе я написала огромную публикацию на Фейсбуке, сделали огромное количество репостов, и я хочу сказать, что чудеса бывают. Да, чудеса бывают. К нам отозвался известный немецкий тележурналист. Вот этот человек приезжает в пятницу и забирает Ричарда, он сделает ему операцию, и Ричард будет жить в Германии. Так вот, эти люди, которые стреляли в Ричарда, умрут и сдохнут здесь. Я извиняюсь за мой французский, но так оно и будет. В Овидиополе, в самом плохих, ужасных условиях. А Ричард будет жить в Германии. Он немец. И у него все будет хорошо. Ему сделают операцию, и у него все будет хорошо. Спасибо.